Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Мир Рыболова, а это наша еженедельная рубрика «Рыб новости», где я рассказываю о самом интересном из мира любительской и спортивной рыбалки. В начале октября в Приморском крае прошли международные соревнования «Русский тунец». Международные они, потому что в этом году в турнире принимала участие команда из Китая, между прочим. Всего соревновались 20 экипажей, к зачету принимались тунец и лакедра. Победила российская команда «Водник». Вес улова составил 73 килограмма. Зачет проходил по мертвой рыбе, и в каким разилке пошел улов всех 20 экипажей, неизвестно. Об этом я узнала из телеграм-канала президента Федерации по рыболовному спорту России Александра Комиссарова. Он о мероприятии в своем телеграме написал так. Турнир прошел успешно, китайским коллегам очень понравилось. Более того, они готовы активно участвовать в будущих турнирах и приглашают нашу команду к сотрудничеству. Также Комиссаров сообщил, что сейчас федерация развивает два новых направления. Российская федерация, в смысле. Спиннинг с лодок в морской зоне и ловля троллингом с лодок в соленой воде. Данные дисциплины пока не имеют официального статуса от Министерства спорта России, но работа по их утверждению уже ведется. Прекрасная новость. В октябре в Тамбове открылась детская секция по рыболовному спорту при поддержке Федерации рыболовного спорта России. Об этом, о подробностях, как это было и какие планы на будущее, нам расскажет просто замечательная девушка, рыболов-спортсмен, участница команды «Дуняши» Оксана Шиш. Идея открыть настоящую школу рыбалки давно не давала нам покоя. Мы несколько лет разрабатывали этот проект, изучали документы и даже проходили профессиональную переподготовку. Ну и, наконец, это стало возможным, мы, дети, приступили к обучению. В школе рыбалки они будут заниматься в двух дисциплинах. Это ловля на мормышку со льда и ловля донной удочкой. Надеемся, что на следующий год мы сможем сюда еще добавить обучение по другим дисциплинам. В планах есть и спиннинг, и поплавок, но не все сразу. Пока это две дисциплины, по ним дети проходят и теоретическую, и практическую подготовку. Знакомятся со спортивным снаряжением, с основными принципами спортивной рыбалки. Занимаются на водоемах, разумеется. Для этих занятий им предоставляются настоящие спортивные фидерные платформы, удилища и весь необходимый инвентарь. Уже на первых занятиях ребята смогли самостоятельно поймать рыбу. Ну, кто-то самостоятельно, кто-то при помощи инструктора, потому что уровень подготовки у всех разный. Но рыбу поймали все. Все смогли увидеть своими глазами дрожание квивертипа, поклевку и почувствовать рывки рыбы на вываживание. И, собственно, было много очень положительных эмоций. Надеюсь, что они им надолго запомнятся. На данный момент в секцию записалось более 30 детей в возрасте от 10 до 17 лет. И думаю, что интерес к рыболовному спорту у них будет только расти, и вместе с этим будет расти их рыболовное мастерство. В планах на следующий год у нас провести первенство области по ловле на мормышку со льда и затем первенство по ловле донной удочкой. Надеюсь, что у нас все получится. Оксана сама живет в Тамбове, и я считаю, что это просто замечательный пример для других федераций, других городов и областей, потому что наверняка в каждом городе есть дети, которые интересуются рыбалкой, но у их родителей просто нет возможности им в этом помочь в силу того, что нет времени или, может быть, нету просто элементарных знаний по рыбалке. Напишите, кстати, есть ли в вашем городе рыболовная секция или, может быть, детский рыболовный клуб. Вообще будет интересно, насколько у нас это в планах страны развито. Включение из монтажки. Прошу прощения, у меня плохо записался звук на этой новости. Наверное, потому что она очень страшная. Но сейчас со мной кот, верный помощник. В общем, жуткая история выживания. На Сахалине в начале августа два брата-рыболова и 15-летний подросток, сын одного из них, отправились на рыбалку на лодке катамаранного типа «Байкат-470» на несколько дней. По дороге у них сломался мотор, и их отнесло в открытое море. И 2 месяца от них не было ни слуху, ни духу. И вот 14 октября, спустя 67 дней после того, как они как бы вот выплыли и потерялись, их нашли. Лодку нашли на берегу Камчатки. Из 3 рыболовов
выжил только один. Это 46-летний Михаил Пичугин. И весь ужас в том, что тела двух погибших также находились на катамаране, когда их обнаружили. То есть вот какое-то время Михаил со своим погибшим другом, его погибшим сыном, был на катамаране. И вот вы представляете, мысли этого человека, который вот находится с двумя телами в неизведанности, просто в непонимании, спасут ли его. Это просто колоссальная психическая нагрузка, и психическая, и физическая. Это просто настоящий ужас, честно. У меня от этой истории вот прямо мурашки. Более 2 месяцев – это голод, холод, обезвоживание. Как рассказал Михаил, он питался запасами еды, которые у них с собой были небольшие. То есть они отправлялись на рыбалку на несколько дней, и у них с собой была вода 20 литров. И, в общем-то, видимо, она и спасла Михаила. Как бы непонятно, почему погибли остальные. Стали известны подробности, что мальчик 15-летний погиб первым, затем его отец, а Михаил выжил. Никаких комментариев на данный момент он не дает. Он сейчас находится в больнице. Есть информация о том, что он похудел на 50 килограмм. 50, представляете? Я очень надеюсь, что эта история заставит каждого из нас еще раз задуматься о безопасности и всегда иметь план Б, особенно когда речь идет о рыбалке на таких огромных и мощных акваториях. 13 октября на набережной парка 850-летия Москвы прошел чемпионат города Москвы по ловле на спиннинг с берега. Участвовало 78 спортсменов в составе 21 команды, но кто-то соревновался только в личном зачете. Ловили спортсмены на ультралайтовые снасти, потому что целевая рыба – это бычок и мелкий окунь. В командном зачете первое место заняла команда Folk Fishing, второе место – Fish Team, третье место – Ram Fish. В личном зачете победил Борис Вольчик, второе место занял Александр Копоть, третье место – Евгений Жуков. Соревнования прошли при поддержке компании Nord Stream. Победителям и призерам вручили классные спиннинги Kanda X-Lite и Trutist X. Если вы так же, как и я, любите рыбалку, но не имеете отношения прямого или косвенного к спортивной рыбалке, наверняка у вас созрел вопрос. А почему спортсмены на соревнованиях все-таки нацеливаются на мизинчиковых бычков, а, например, не на окуней, щук или судаков? Ведь они же тоже есть в Москва-реке. Вот так вот выглядит суровый рыболовный спорт. Дело в том, что эта мелкая рыбка, которая тусуется у берега, она самая стабильная. Клевать будет практически в любую погоду, в отличие от привередливых крупных хищников, которых надо искать далеко на глубине, особенно в это время года. А такая возможность в условиях спортивного прессинга не всегда есть. Об этом мне рассказал организатор турнира Аркадий Пак. С 12 по 14 октября в Китае прошла международная рыболовная выставка. И она является крупнейшей выставкой. Там участвовало около 850 экспонентов, а на выставку пришли порядка 35 тысяч человек. Вы представляете? Ну, что сказать о выставке, которая в Вэйхае прошла, она 16-я, по-моему, международная. Там такой городок небольшенький, на 2,5 миллиона человек, в котором больше 200 производителей. Больше, конечно, по удочкам, но и другого рыболовного инвентаря считается как бы такой столицей рыболовной. Поэтому выставка, соответственно, была масштабная. Но чтобы вы понимали масштаб, вот много людей из России ездило, представители многих фирм. Например, Олег Молодцов из Волжанки был 3 дня, я был 3 дня, и мы ни разу не встретились, хотя работали плотно с утра и до вечера на выставке. Интересно то, что выставляются, помимо, ну, производители, основная масса, выставляются еще и такие товарищи, типа как какие-то фирмы местные, которые тоже от разных производителей работают. Ну и там такая ситуация, что кто ищет, тот всегда найдет, потому что можно в самом углу павильона найти какой-нибудь завод, который там имеет 100 человек и больше сотрудников, но такой маленький неприметный стендик, и который имеет огромные обороты и работает практически со всеми компаниями. Я вот почему-то уверена, что большинство из вас, кто сейчас смотрит это видео, еще ловит по открытой воде, ну, с лодки или с берега. А тем временем в Нижнем Тагиле уже вовсю ловятся льда. Вы представляете? Мормышат, ставят жерлицы, хотя толщина льда вот прямо вот буквально несколько сантиметров. И весьма успешно, надо сказать.
Вот я в шоке. Я увидела буквально отчет пару дней назад. Вот рыбалка в Нижнем Тагиле мне вылетела, хотя я сама живу в Тверской области. Я смотрю на это и думаю, вот это вот. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось. А вы хотите, чтобы лето не кончалось? Или вы уже вовсю ждете зиму, когда вы там будете ловить со льда вот это вот жерлицы, окуни, балансиры? Кстати, какая погода у вас в регионе? Вы ловите со льда или все-таки еще нет? Напишите об этом. Очень интересно. У меня для вас есть небольшой конкурс. Пишите в комментариях под этим видео интересные, а главное, достоверные новости из мира рыбалки и около нее. Это может быть все, что касается спорта, любительской рыбалки, может быть, каких-нибудь трофеев, рыболовного законодательства или экологии водоемов. Победителя мы определим на следующей неделе, в следующем выпуске. И компания «Мир рыболова» подарит победителю 5 пачек приманок Nord Stream для ловли хищника. Вот такие вот приманки, отвечаю, сама на них ловила. Доставка за наш счет. И обязательно лайкайте комментарии тех авторов, которые вам понравились. Ну, в смысле, понравились новости, которые они предложили. Ну, у меня на этом все. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Ну, а я пошла готовиться к рыбалке. Всем пока! Вот она.